Лазарева суббота – один из самых цитируемых и обсуждаемых дней земной жизни Иисуса Христа. Даже неверующие знают этот евангельский отрывок про воскрешение Лазаря, друга Божия. Примечателен он тем, что Христос не торопится к тяжелоболящему другу, не исцеляет его на расстоянии, а приходит уже ко гробу его, горюя и плача, хотя и зная, что воскресить друга через мгновение. Только истинно любящим сердцам своих друзей Господь доверяет это серьезное испытание для того, чтобы показать славу свою. Иудеям нужно было увидеть, что Лазарь реально умер, не заснул летаргическим сном, не впал в кому, а действительно стал разлагаться, и увидеть, что он реально воскрес. Только так можно было умягчить сердца их, ведь Христу надлежало во исполнение древних обетований на следующий день во славе царской войти в Иерусалим. Чудо состоит еще и в том, что Лазарь воскресший прожил после этого еще 30 лет, став епископом острова Крит, славя Бога и рассказывая о чудесном воскрешении своем.